Итак, начнем мы с вами раскрасочку с вот этого баллончика. Баллон. Первое, мы сегодня попробуем использовать так называемый инструмент сетчатый градиент. Сейчас мы его назначим. Вот оно, создать сетчатый градиент. Но прежде чем мы его создадим, давайте мы сначала закрасим каким-нибудь цветом таким сердечным. Да? Возьмем красный. Вот так. И теперь пойдем объект создать. Где он у нас? Создать сетчатый градиент. Вот он говорит рядов 4, столбцов 4. Подсветка не применять пока. Я потом расскажу, что это такое. Просмотр. Вот так он применит его. Пурум-пурум столбцов, может быть, 5 сделать. Вот так. Рядов. Ну, давайте рядов тоже 5 сделаем, на всякий случай. 5. Вот так. Хорошо. Окей. Я вижу, что вот этот как бы за грань вышел. Мне это не нравится. Я букву А включаю. Так. Два раза кликаю и могу уже тогда перетянуть его вот на это место. Тем самым выправить этот градиент, который в этом плане мне тут не совсем понравился. Итак, теперь давайте посмотрим, как это работает. Я сейчас сменю на белый. Допустим, я хочу сделать здесь блик. Вот я ткну, скажу белый. И он вот тут сделал белый мне. Я могу им управлять. То есть я могу его вот сюда нагнать. Да? Я могу его удлинять вот так. А другой кнопкой уберу подальше, иначе он становится очень резким. Все. Так, а здесь я хочу сделать темный. Вот так вот цвет я сделал так. А здесь вот, допустим, темный край я хочу сделать. Я пойду и найду темный. И вот он сделался. Я могу также выбирать целый ряд, кликая вот сюда. Ну-ка. Ну, тогда он превращается в черный. Так. И еще раз. Допустим, взяв пипетку, я могу здесь назначить этот. Еще раз. Выделив этот край. То же самое пипеткой я могу все что угодно выбирать. И у меня будет вот такой градиентик. Пока мы с вами не будем сильно усложняться. Так, выключим. Включим. И вот этот мне нужен, вот этот тоже темный. Ну, я хотел бы потемнее чуть-чуть сделать. Поэтому сейчас я сделаю потемнее. Вот, видите. И этот темный край мы можем двигать, как нам нужно. Ну, давайте еще вот этот сделаем. Так, А это вот выделение. Вот так. И возьмем тоже эти темные. Вот так. Все. Больше нам пока ничего не нужно. Пока оставим так. Мы видим, что шарик приобрел объем. И сегодня нам
особо-то и не нужно больше. Единственное, я могу вот этот еще выбрать и его чуть-чуть сжать. Вот так, как бы еще чуть-чуть сжать. Вот эти как раз нам служат для того, чтобы мы могли исправлять, делать его именно таким, каким нам нужно. Вот такой. Все, отлично. Хорошо. Так, пока мы оставим так. Ну, может быть, еще, знаете, вверху вот бывает такая впадинка темная, да? Давайте попробуем ее. Так, вот так сделать. И тоже я так это подвинуть сюда и раздвинуть ее края. Вот так. То есть, понимаете, этим самым инструментом можно очень-очень интересные делать вещи. Ну, вот сейчас я переборщил немножко. Вот так. Но мы пока остановимся на чем-то простеньком, вот таком. Допустим, я даже считаю, что этот слишком темный, поэтому сделаем чуть светлее. Вот так. Лишь такой намек на то, что здесь будет темнее. Вот так. Хорошо. Отличненько. И теперь протянем ленточку. Ну, ленточку нам просто сделать. Мы сейчас возьмем, так, ну тоже красненькую, чушь, только ярко красную, вот такую. Тоже каллиграфическую кисть возьмем, и она у нас, вот она. Так, побольше. Это не было каллиграфическое, ребят. Каллиграфическое у нас вот она. Мы ее сейчас так сделаем. А почему я хочу сделать округлость поменьше? Так. 12. Зачем мне 12? Так, постоянный нажим. Я хочу сделать там и здесь побольше. Окей. Хочу сделать завязку. Давайте поближе придем. Вот так будет хорошо. Это слишком большая. Достаточно будет. Вот сюда я раз. Знаете, даже я сделаю потемнее, честно говоря, потому что она как раз то, что нужно мне здесь будет показать, что тут она завязывается. Так, хорошо. Сейчас я попробую так кисть. А кистью даже лучше будет в этом случае. Так, еще раз. Можем даже это, наверное, воспользоваться. Кистинка. Да. Но сделать ее поменьше гораздо. Окей. Ну-ка. Ну вот так. Вот. Это то, что нам нужно. Так, удалим ее. Так, и здесь сейчас с помощью кисточки тогда нарисуем. Да, вот это то, что нужно. И такой кусочек, все верно. Ну, а здесь надо будет, наверное, нажать Shift, чтобы провести прямую.
Ну, достаточно, в общем, так вот. Хорошо. Не оттуда, правда. Ну, проведем, понимаю. Теперь она более-менее оттуда. И до конца. Все. Девочка-совенок и делает уже этот такой шарик. Так, следующим номером нашей программы это мы будем делать уже самих совят.